В Москве состоялась встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с главой Русской Православной Церкви Святейшим Патриархом Кириллом. Глава региона и патриарх обсудили вопросы развития духовной жизни в арктическом регионе, взаимодействия правительства округа и Салехардской епархии Русской Православной Церкви. Климатически это не самое такое легкое место для проживания, но тем не менее сам факт достаточно мощного экономического такого базиса, что ли, определяет в том числе и интерес к этому краю людей. Поэтому сопровождение жизни людей в этом крае, отмечу еще не совсем таком комфортном с точки зрения климата, духовное сопровождение представляется очень важным. Дмитрий Артюхов рассказал о том, как проходит строительство самого крупного храмового комплекса страны за полярным кругом собора Преображения Господня в Салехарде. Комплекс включает в себя здание кафедрального собора, храмового подворья и гимназию. Высота собора составляет 63,5 метра. Это одно из самых высоких зданий в регионе. Также стороны обсудили развитие церковной инфраструктуры на Ямале и отметили высокое значение совместной работы по сохранению традиционных ценностей.